А депозит на сайт я делал с великолепным промокодом SALE40, который дает 40% к вашему депозиту. Пользуйтесь. Друзья, всем привет, с вами шестизарядный револьвер. Сегодня у нас отличное событие. Наконец-то на MyCSGO вышла новая операция, посвященная Хэллоуину. Ничего не смотрел, только зашел на сайт, увидел операцию, включил камеру, включил запись экрана и погнали смотреть. Супер красиво, вот за это отдельный респект, MyCSGO всегда делает очень красивое оформление под операцию «Безумный Хэллоуин», нажимаем кнопку «Принять участие» и смотрим, что вообще тут происходит. Сладость или гадость? Задается нам такой вопрос. Представляем событие, посвященное Хэллоуину. Открывай нужные кейсы, получай праздничные предметы, собирай из них коллекцию и забирай крупные награды. Открывая тематические кейсы этого события, можно получить конфеты, которые с радостью примет ведьма в обмен на товары в лавке. Заинтригованы? Я тоже. Шокированный. Редкий. Получить. Что-то мы с вами получили. Каждая коллекция состоит из 5 различных предметов, которые можно найти, открывая определенные кейсы. Чем сложнее собрать коллекцию, тем ценнее награда, но для нахождения всех необходимых предметов придется изрядно постараться. Окей, что нам нужно? Собери эту коллекцию и забери награду. Так. То есть, открывая эти кейсы, мы получаем определенную награду, и пройдя этот уровень, мы получаем любой кейс бесплатно. До 50 рублей. Давайте попробуем. Начнем с Азимова. Посмотрим вообще, как это работает. Давно не было никаких новых операций. Последняя была «Дикая охота». Мы с вами с радостью ее полностью прошли. Но она была, блин, если я не ошибаюсь, вообще уж летом. Бензопила. Мы с вами получаем бензопилу. Давайте откроем еще пару раз. Посмотрим, может ли выпасть еще какая-то награда отсюда. Зелье. А еще раз. Друзья, что я все награды собрал? Ну-ка, давайте-ка назад. Отлично, все награды собраны. Ага. 2 из 4, 1 из 4, 2 из 4, 1 из 2. Окей, прикольно. То есть нам нужно, получается, собрать еще 2 бензопилы, 2 луны, 3 зелья, 2 надгробия и 1 куклу Вуду. Окей, погнали просто открывать Азимов Майнинг. Я не знаю, будет ли отсюда... Будет, друзья, будет. Я, правда, уже забыл, сколько чего там не хватало, но знаю то, что куклу Вуду мы точно с вами закрыли. Давайте откроем еще парочку, тройку раз и посмотрим, как у нас обстоит дело с прогрессом. Ну, чувство такое, будто бы уже собрали все, что нужно. Так, давайте вернемся назад. Отлично, все собрали, забрать награду. Удачного дропа, бесплатный кейс. Имеем. Откроем обязательно, но чуть позже. Предлагаю открыть сначала абсолютно. Ага, лавка ведьмы. Торговка в этой лавке очень привередлива. Она принимает только конфеты, однако ее товары поистине уникальны. И что у нас тут есть? Купить дубликат за конфеты? Но у нас конфет нет. Откройте любой кейс до 15 рублей. Так, окей, все. Давайте, кейс коллекции стилет. Продолжим с него. Давайте, я не знаю, чтобы. Давайте фейт майнинг просто вот так вот. За 950 рублей просто попробуем жестко открыть. Кстати, фейт майнинг. Фейт майнинг. Он в разделе майнинга. Интересно, надо сейчас зайти посмотреть, потому что будто бы в майнинге мы прокрутили абсолютно все. Я еще жаловался относительно недавно на то, что закончились майнинг-кейсы. Может быть, просто добавили новый? Нет, фейт-майнинг. Вы что, друзья, мы же его крутили. Все, я просто запутался сам. Так, давайте, да, открывать дальше, но что-нибудь подешевле, потому что фейт-майнинг все-таки это сильно. Давайте... Нэнуэр майнинг, может быть. Нам нужно... Голова, отлично. И, кстати, сразу же нам выпадает Юсп. Мы его продаем. Мы, в принципе, играем сегодня даже не то чтобы на оку, просто хочется посмотреть, что из себя представляет данная операция, что вообще из этого, какие бонусы мы сможем с вами залутать. Поэтому сейчас открываем больше для... больше по фану, чем для какого-то жесткого окупа. Кстати, Нойером спамит прям знатно. Давайте посмотрим, что у нас есть, чего не хватает. Ага, рук, 10 штук нужно. Я понял, окей, просто открываем. Ни о чем не думаем. Напишите в комментариях, как вам
данная операция. Попробуйте поиграть, потому что все-таки нужны какие-то интерактивы. Ну, тем более, ребята стараются, что-то придумывают, очень круто все это оформляют, и, ну, почему бы и нет, так скажем. Иногда просто надоедает в тупую крутить однотипные кейсы, а тут что-то реально крутое, интересное. Следующие выпуски будут по данной операции, мы пройдем ее полностью, для того, чтобы сделать какой-то вывод и, в принципе, ну, узнать, что мы можем, правда, да, за это получить. Не только бонусы, подразумевая, но и предметы, которые могут выпадать по мере получения вот этих вот аксессуаров, или что это, рука, нога, там, ожерелье, амулеты. Посмотрим, в общем. Так, ну будто бы много уже собрали, давайте вернемся назад, посмотрим. Все, да, собрано все, забрать награду. Вау, скин в подарок. Подарочный скин можно использовать прямо сейчас, но с небольшим ограничением. Какими, блядь? Давайте остановимся на этих двух бонусах, которые мы получили на данный момент, и попробуем просто открыть самый дорогой кейс, который представлен, который тематический под эту коллекцию. Откроем его 3 раза. Погнали. Ну и давайте еще 2 раза, чтобы было в сумме 5 раз. Блять, все прокатилось. Но ничего страшного. Я думаю, друзья, на этом все. Посмотрели новую операцию. Мне понравилось. Очень все круто. В следующих выпусках мы ее обязательно допройдем и пооткрываем кейсы, предназначенные под Хэллоуин. Может быть, что-то все-таки нам выпадет. Я попробую сделать баланс побольше. И пока этот кейс не истяк, а неделю он точно будет, как я понимаю, или даже больше, мы попробуем пооткрывать с вами этот дорогой кейс. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пользуйтесь моим промокодом. Всем пока!